Продолжаем тему Украины. В Одессе вандалы разбили мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Она установлена на стене дома по Дворянской улице, где жил военачальник. В то же время остальные одесские памятники Жукову пока целы. Это мемориальный бюст полководцу, памятный камень на месте будущего памятника, а также мемориальная доска на здании районного комиссариата. Однако губернатор Саакашвили уже дал распоряжение их демонтировать.